Так, ну что ж, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Марк и Айденчик. Да. Ох, и квест сразу у нас залетел. Короче, в прошлой серии мы сделали ATM Star, наконец-таки. И у нас сегодня, кстати, небольшой юбилей, 70-я серия. И подожди, я хочу тоже выполнить квест, и этот квест будет особенный. А прикол в том, что у нас не выполнен мод Bigger Reactors. И там в чем прикол, короче, у нас не было Cyanide Ingot. Я сейчас чисто по приколу решил посмотреть. И оказывается, ее можно было сделать. Делалась она через пыль. Так вот, эта пыль, она, мы ее можем сделать, оказывается. И нам надо всего 4 пыли. Я сейчас пойду ее переплавлю, у нас будет 4 слитка этих, и все. И Bigger Reactors будет выполнен. Да, вот так вот, оказывается, все очень просто. Так, а печка у нас вообще вот здесь. Вообще, по идее, должно все сработать, да? Все. А, что? Подожди. А, это еще не все, это байт был, там теперь еще квесты открылись в этом моде. Все ясно, меня забайтили. А я-то думал. Подожди, а что там еще теперь надо? Я надеюсь, там что-то несложное. Ну, кстати, вроде... Так, а, ты уже броню там делаешь? Так, а мне же тоже тогда надо, да? Я сейчас гляну, возможно... Можно нет, но я еще... Так. Ой, нет, тут нам нажимать не надо. Так, а это у нас как крафтится? Бетониум. А что? Как его добыть тогда? Ха, нормально. Так, а может, он у нас есть уже? Нет, у нас его нет. Ладно, тогда. Блин, я уж обрадовался, что Big Reactor сам будет выполнен. Если бы. Так, это что, цианид? А, вот он, да. Так, что? А, можно даже сделать. Все, это я сделал. Так, теперь мне не хватает, да, вот этого блютониума. Его самое смешное, его никак не сделать. Всего искать где-то надо или создавать. Же, как он создается тогда? А, вот вторая страница. Что? Никак? Ладно, я что-то, может, не понимаю, но окей. Так, да, сейчас... Пока что, пока что надо потребовать два комплекта брони. Угу. Так. А как только мы один раз летаем на Луну, там уже не надо. А, все, понял. Так, понятно, Bigger Reactors у нас тоже отходит теперь куда подальше. Так, ну что же, ну что же. Ну, оденься. Ладно. О! Отлично. Так. Все. Так, давайте посмотрим на это. Прикольно, прикольно выглядит. Так, это я выкидываю. Это... Так, броню надо свою оставить. Так, ну выглядит это прикольно. Выглядит реально прикольно такой. А, у меня... Блин, я не привык теперь, что я урон получаю. Без моей брони. Блин, обидно, обидно. Ну, ты можешь пока что ту броню надеть. А, потому что мы еще не летим. Ну да, логично. Ну да. Да, все, теперь можно. Мы можем полететь, но у нас нет кислорода. Я и заметил, я просто топливо. Одел. Я тоже заметил, там по нулям все было. Так. Окей, интересный момент, да, вот этом Bigger Reactors, типа, я не понимаю, как Plutonium Ingot вообще делается. Подожди, what is actually rather useful making a cyanide allows you to convert to cyanide. А, все, надо было прочитать просто, все, я понял, там переработать можно было. Все, короче, нам надо, да, нам получается нужно вот этот процессор, куда-нибудь его поставим, не знаю, куда-нибудь. Вот сюда, это же тоже у нас, а, не, ладно. Блин, у нас тут неупорядочено все. Ладно, я куда-нибудь сюда, не знаю, поставлю, без разницы. Так, и нам надо, получается, положить сюда. А, надо, ну да, это кайденчику надо будет. Потому что тут энергия нужна будет. Да, и тогда я смогу уже Bigger Reactors дальше заниматься. Что тут все завязано вот этим Plutonium Ingot. Что тебе надо? А вот эту штуку, Cyanide процессор, мне надо энергию туда запихать. Да, и это мне позволит опять же дальше. Точка.
А, ну вот это, кстати, можем и так сделать. Ну это ладно, это потом. О, спасибо. Так, чем будет работать? А, там еще вода нужна. Ага. Так, где же взять воды? Хороший вопрос. Так, там да, именно ценный тайнгет. Ну, если что, мы его можем сделать. У нас ресурсов будет достаточно, поэтому... Я думаю, этот мод можно будет закрыть. К тому же тут... У нас, по идее, что-то уже должно было быть выполнено. Ну ладно. Уже дело десятое. Так, ладно. Короче, этим на самом деле можно потом заняться. Может сначала в космос слетать. Потом я уже тогда Big Reactor займусь. Ну или я вернусь к оккультизму. Если я найду эти... Господи, роды, короче. Я попробую разобраться с ними. К следующей серии или там не к следующей. Короче, как... Ну, закончим, короче, космосом заниматься. Да, тогда он будет... Смотреть. Так, ладно. А, я только хотел на паузу поставить. Ты уже что-то сделал. Так, что это? Это компрессор кислорода. Ага, кислородный компрессор, кислородный баллон. А, все, сейчас будем заправлять баллон. Так, дай сюда. А, сейчас. Так, броню. Нет, нагрудник. А, нагрудник только. Господи, я послышалось броню. Всю. Я подумал. А, во, кислородный компрессор. Да. Не очень быстрый. Ну да. Вопрос. Да, что-то... Жидкость или... Или нет? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Скажу я тебе. Он жидкость. Так, ой. Ой-ой-ой. Это хороший знак. Да я бы даже сказал прекрасный. Ну да. Не важно, почему кислород это у нас жидкость. Блин, ну так-то, так-то. Или газ. Или все же газ. Или жидкость. Да, кислород. Так, тут я пока улей зачистил. У нас теперь очень много меда. Непонятно, правда, зачем, но он у нас есть. Так, ой. Надо подлететь. Да, заряжать. Так, ты, кстати, потом еще... Верни мне потом броню. Ну, эти ботинки и штаны. Я тоже скинул. Шлем, ну, точнее, скафандр. У меня есть с собой. Я его не скидывал. Так. Ой, не туда зашел. Так, ну что... Больше половины уже заполнилось. Скорость просто зашкаливает. Скажу я вам. Это просто нереально. Так, все, ну вроде заполнился. Так, хватит каркать. Осуждаю. Так. Все, сейчас мы уже скоро... А, надо пойти поспать. Пускай скоро уже полетим. Наконец-таки в космос. Я скинул твою броню обратно. Так, ага, сейчас. Спасибо. Так, вся броня в сборе. Так, вот так вот. Так, надо сделать. Все. Так, теперь ты себе, да? Уже я уже все сделал. А, ты уже сделал все? А, ну окей. Это очень хорошо. Кстати, мне интересно, этот мод прям, ну, типа, в плане это отдельно от Galactic Craft, или это прям продолжение Galactic Craft, просто под другим названием? Я, честно, без... Да, мне тоже, мне вот интересно, типа, это один и тот же разработчик или как? Ну, просто моды прям, ну, похожи. Это даже механика, по сути, вот то, что ты держишь ракету вот так, это из Galactic Craft, это я прекрасно помню. Ну, или, возможно, типа, может, какой-то чел, типа, любил Galactic Craft, узнал, что он на новых версиях его не будет и решил свой Galactic Craft сделать. Как Варик, ну, либо это тот же разработчик, я честно... Непонятно, короче. Сейчас вообще непонятно. Так, ладно. Так, у нас, да, по поводу модов. Все, конечно, очень грустно. Тут прям много чего придется делать, если прям на все 100% пройти сборку. Мне кажется, тут в некоторых моментах без читов не обойтись. Особенно в Индастриал. Ой,
Не в индастрии, а в этом, господи. Я уже все забыл. В аплайде, во, где память надо делать. Вот, задание выполнено. На аплайд мне до сих пор обидно, что там так тяжело все делается. Как-то так. Так, ладно, я вернулся. Я знаю, чем можно заняться, пока Денчик там добывает нефть. Да, все, я готов. А, ты уже готов. Ты серьезно? Я только да. Нашел, чем можно заняться. Может, я успею. У тебя же там много было даргемов, когда ты занимался этим эйлкрафтом. Я вам просто выполнил квест. Какой-то очередной. Так, ну я лично готов тоже. Так, что, нам одеваться или мы летим? Нет. Я думал, что здесь только с ветрами можно. А. Так, ладно, это я выполнил. Так. Спайки клоус. Тут тоже хочу сделать спайки. Я посмотрел, он вроде легко крафт. А, ну да, все. Еще плюс квест из Эйлкрафта. Так, это мы получаем. Так, и еще плюс квест. Ой. И Эленчик у нас еще один квест выполнил в от Астра. Замечательно. Так, надо теперь... Блин, нам еще по идее надо две, наверное, ракеты. Я просто телепортируюсь. Не знаю. А, ну, можно телепортироваться, как варик. Или все-таки... Нет. А, ну, подожди, а две там будет прям тяжело сделать? Нет. А, ну тогда можно и две сделать. Так, я пока... Так, что это? А, Эйлкрафт. Да, Эйлкрафт. Сделал тут два легких квеста. Ага. Ага, так, вот это на самом деле тоже можно сделать. Так, подожди, как там? Тернул Water Bucket. Так, Тернул Water. Сейчас сделаем. No problem. Это мы делаем. А, там наполнить надо было. Так, а как его наполнить? Вопрос. Ладно, понял, это, короче, что-то надо сделать. Окей, я в пролете здесь. Сейчас не разбирался. Так, минуточку. А, это все понял. Я перепутал, я думал, это и есть кровавый сундук. Оказывается, нет. Ух ты, косы, это что? О-хо-хо. Так, как он там. А, еще раз, кровавый сундук. Так, кровавый. Так, и у нас, да, вот этой штуки нет. Эту штуку можно сделать. Так. А, ее так мало. Ну, хотя кому это интересно. Так, это сюда. А, вот теперь это должно хватить. Чисто технически. На эту штуку, да. Все, мы это сделали. Ой, у меня вылетело. Так, все, мы вернулись. Короче, ладно, я не хочу это больше крафтить. Мне не понравилось, да. У меня почему-то вылетело. Так. О, у нас две ракеты, ура. Да. Так, все, можно одевать наш новый рабочий костюм. Все, я лично оделся. Чисто на один раз. А, то есть там. Ой, я что хотел в твой. Так, что там, пробел, да, нажать? А, да, реально. Да. Да, все как в Galactic Craft, реально, ничего не поменялось. Все абсолютно то же самое, только название мод поменяли. Еее! Ой, как я давно этого не видел, все, полетели. Так, как это выглядит? А, о, можно от третьего лица смотреть. Да, тоже все как в Galactic. Так, сейчас мы чисто летим. А, вон там, да, у нас слева нарисовано. Мы вылетим с планеты. Здесь зато добавили защиту от того, чтобы выйти из ракеты. А! 32 секунды держать. О, все. Солнечная система. Да. Так, и что у нас? Земля есть. Ну да, Земля и Луну. А, все, вижу. Луна. To the moon. Удерживайте пробел. Warning! А, ну пробел нужно. Удерживать. Да, только когда ты будешь приближаться, иначе ты будешь очень медленно падать. А, вон, я вижу уже, кстати. Так, главное вовремя нажать. Иначе нам габело. Ай!
Я это видел. Я нажал. Ну ладно. Не совсем. ТП. А что? О чем мне не меняется? А ты на земле? Да. Ты в обычном мире, что ли? Да. А ну ладно. О, здрасте. Просто в Galaxy Gravity там ты появился именно на Луне. Блин. Ну, продолжал появляться. Я родился. Как лунтик упал на землю. Просто. Ой, какой кринж просто. Я в шоке. Теперь у меня ракеты нет, да? Все, она взорвалась. Да. Ой-ой. Да, конечно, тут летальные джетпаки интересно. О, нашел какое-то здание. Так, а я нашел... Ой, слушай, это... Я тоже вижу здание. Так, есть один нюанс. А как спуститься-то нормально? Может, джетпак снять вообще просто? О, лунянин масон. Что? Подожди. Ладно, я к тебе просто пыхнусь. Ага. Так, ну это, короче, обычный житель. Я временно сниму эти джетпак, потому что... Неплохой шанс разбиться. Ага, у них что-то тут есть. Камнерез? Камнерез, да. Пластина из дэша. Это мы собираем. Да, это мы забираем. А, я еще за квест не получил так, ничего. Ладно, я пока добуду немножко ресурсов. А, нам дэш нужен. Луны. Нам надо, да, дэш, слиток и руда. По 4 штуки каждая. Да, я сейчас добуду. Наверное. Наверное, я видел. А, вот шахта, кстати. Вот это. Ой. Вот это. Что тут падение, прям неплохой такой урон. Так, а я вниз спускаюсь. Вижу что-то странное. Так, ну шахта тут какая-то скучная, тут даже ничего. А, я что-то нашел. А, лунная руда ледяных осколков. Разбойник луны. Так, сейчас, подожди. Блин, у меня столько всего в инвентаре. Да. Реально. Разбойник луны. Реально ведь. Так, а, вон у меня что лишнее. Ладно, пока уберем. Ладно. Вон еще один. Пора немножко покопать. Так, ну вот эта шахта уже побольше, чем в той, в которой я был. Был в какой-то очень маленькой шахте там. Еще кроме этих ледяных осколков-то и не было. Ага. Опа, вижу, что-то есть. Лунная сырная руда. Ладно, соберем. Я ее собрал. Ой-ой-ой, ты что раскидываешься, братан? Иди отдохни. Так, ну окей, предположим. Не бирка выпала с него, что? Серьезно? Ай, так, это сыр, короче. Да, у меня теперь есть сыр. Лунный. Так, интересно, что тут еще будет? Так, ну пока тут ничего такого интересного не вижу. Больше в этой шахте. И, кстати, я вспомнил, в Galaxy Crafty же еще можно было озеленить местности и, по сути, жить. Вон, кстати, наша земля легендарная, которую мы покинули в этой серии. Так, и что же? Я ничего пока кроме сыра не вижу в шахтах. Опять же, я еще осколки видел ледяные. Я их добыл. Немного. Так, давайте попробуем поглубже спуститься. И тут тупик. Или нет? Да, тут тупик. Понятно, ничего нет. Так, давайте поднимемся тогда. Так, поднимаемся. Можно полетать. Наверняка тут что-то будет интересное. Я надеюсь. Так, ну опять же, нам... Надо... Че еще? А, ничего себе. Рофл. Так, надо поесть. Да, кстати, теперь нам придется есть. Давно я этого не делал. Притом, реально, очень давно я флягой не пользовался. Так, надо еще хп уснять. Опа, я что-то вижу. О, я вижу эту руду. Эй, это железо здесь еще? Блин, неудобно. С невесомостью, конечно. Лунная железная руда, реально. А, ну добывается это обычное руда. Железо, понятно. Лунная руда, Даша. Че так-то уберем? Так, вот я нашел эту руду, которая нам вроде нужна была. Да, я тоже ее уже нашел. Так.
Так, извиняюсь, чихнул, замутился, успел. Так. Лунная руда Дэша. О, все. 4 это. Тирию надо переплавить. 4 штуки. Так, я еще в хранилище скину мою, которую я добыл. Так. Опять это осколки. Тут лава есть. Я нашел лаву. Ну, озеро лавы. Прям как в обычной шахте, ничего себе. Так, ну не знаю, ледяные осколки профи добуду. Ой. Ага. Да, кстати, прикол тут, если поставить факел, получится потухший факел. Как и в галактике, насколько я помню. То же самое было. Ну, это все тоже реалистично, логично и так далее. Так. А, слушай, а нам прям так нормально этого Дэша надо добыть. Я посмотрел. Ух ты. А, так он еще для следующей ракеты нужен будет. Да, там для... Там квестов несколько с ним связанных. Надо прям очень много добыть. Если что, я свои буду скидывать, опять же, в хранилище. Так, надо спуститься. Пока я вижу опять только сыр. Короче, он... Я так понимаю, эта руда спавнится пониже намного. Там, кстати, у меня 73%. О2. А я все пытаюсь найти нормальную шахту, а не помойную. Надо искать прям нормальную. А, вон, я, по-моему, ее вижу. А, не, мы там... Я недалеко... А, ну я нашел место, да, где мы заспавнились. Я не помню, подожди, я тут был вообще или нет? Интересно. Так, ну давайте попробуем. Где клоуны еще ходят? Так, дайте вниз спуститься, пожалуйста. Спасибо. Так, вот я еще Дэш нашел. Все, да, здесь было. Ой-ой-ой, тут, кстати, его нормально будет сейчас. Килла, не надо ставиться, прошу вас. У меня уже 18 штук за раз добыто. Сейчас мы еще вот этот добудем. Я надеюсь, здесь еще будет. Так, хватит ездить. Так, плюс 6 еще. Так, хватит нападать на меня, пожалуйста. Я ни в чем не виноват, 100%. Отвечаю. Так, все, давайте попробуем пролететь его. Тихо. Так. А, вот еще дэш, отлично. Сейчас мы его добудем. Да, опять же, нам прям очень много его надо будет. Какая прекрасная возможность его добыть. Так, вот еще есть. Ух ты, господи. О, тут, кстати, очень много. Все, стак я добыл. Даже больше стака уже. Да, все, сколько у нас? Ой. Как он там назывался? Ладно, неважно. Так. Так, что у нас там? А, все нормально. Так, окей. Но этого нам все равно мало будет, по идее. Потому что я там видел, там очень много блоков надо его. А, вот еще вижу, отлично. Ой, вон еще. Ой, все, надо прям так нормально добыть его. Так, собираем. Оп. Так, вот это надо опять сразу выкинуть. Так, ну, опустись, пожалуйста. Спасибо. Так, это мы забираем. Так, это я тоже складываю. Так, окей. А, руда. А, вот 164 штуки уже я лично добыл. Ты же не складывал? Нет. А, ну вот, я уже 164 добыл. Я сейчас еще добуду. Лунная руда ледяных кук. Это норма. Так, меня же залагало опять в очередной раз. Можно лагать не будет? Так, это мы, нет, естественно, нет. Забираем. Что-то лаги, это очень плохо.
238 штук уже. Ну, не знаю, наверное, может быть, этого уже достаточно будет, не знаю. Я лично уже все. Так, подожди, а тут, интересно, печка будет работать? Ой, хоть меня бить. Да иди поспи, чел, пожалуйста. Я его убить не могу. Наконец-то. Так, короче, мне нужен уголь. Уголь у нас не имеется по какой-то неизвестной причине. Так, и как это там, руда... Руда Дэша. Вот, все, нашел. Так, нам 4 штуки надо расплавить, и квест выполнится. Так, это мы положим. Все, ждем, пока расплавится. Да, тут печки, слава богу, работают. Хоть что-то в этом мире здесь работает. Ну, на Луне, точнее, на этой планете, если быть точнее. Так, тем временем у нас 55% О2. Ну, у меня лично. Она же одинаково, да, тратится? Или как работает? А, у меня 54. А, ну по движениям, да, еще. Теперь, если буду на месте стоять, он меньше будет, да, тратиться? Мне, кстати, бесполезно. Ну, теперь у меня 54%. Вот, 53,9. Так, давай, давай, плавься, плавься. Быстрее, быстрее, что так медленно? Не привык я уже. О, все. Отлично. Плюс квест. Так, дешевый слиток. Мы убираем. Так, это мы тоже убираем печку. Так, и у нас что нужно теперь? 64 iron plate. Вообще, каким боком к Атастрону имеет отношение, я не знаю. Но, скорее всего, имеет. Потом пластины из дэша надо сделать. И 32... А, надо опять плавить. Но это дома проще будет сделать. Что у нас хотя бы там печка нормальная. Так, ну еще я дэш могу добыть. А ты тоже его, да, добываешь сейчас? Да. Да, но я его уже прям так нормально добыл. Объективно. У нас в хранилище 259 штук. Да, все-таки, короче, он на поверхности не спавнится. Он только вот пониже появляется. Так, окей, добываем, добываем. Так, вообще, сколько тут у нас планет всего-то мы можем посутить? Получается... А, еще две, да, получается, у нас тут Меркурий и Венера, да? Да. А, нет, еще Глацио есть. Глацио. А, и Марс есть. А, извиняюсь тогда. Но тут больше. Ну да, тогда нормально. Но у нас следующая цель будет, это вот как раз ракета второго уровня. У нас сейчас такая начальная. Ну, так же в галактике было. Так, давайте флягу. Ом-ом-ом. Вкусно-вкусно. Так. И что мы видим? Ничего. Ну, больше я так понял, что квестов нет никаких. Просто посетить планету, чтобы добыть вот эту вот руду и все пойдет. Потому что я так понимаю, что больше ничего интересного мы здесь не найдем. Скорее всего. Не, возможно, что-то и есть, но как минимум с квестами не связано это. Сколько я понимаю. Так, ладно. Надо теперь... Блин, теперь главная проблема отсюда выбраться. В принципе, ладно, нам повезло, у нас джетпак, если попробуешь просто наверх выкопать. Все, что-то я не понимаю, шеф. Где я, что я? Ух. Что? А, это песок. Господи. Я когда-нибудь выберусь наверх, нет? Я что-то тут глубоко... У меня тут помощная опка. А, во, все, наконец-то я вылетел. Все в промышленных масштабах. Угу. Ой. Вот было неприятно. Здрасте. О! Не, ну так-то, так-то нормально. Не, ну теперь нам точно хватит, по идее. Такими, такими темпами нам точно все хватит. Странного, дэш почему-то он не добывает. Я не вижу, что он прибавлялся. Он его игнорирует. Что ж так? Ну, вон я вижу дэш, но он прямо у стены. А то, у меня что... 150 дэша. А вон дэш, он сейчас добыл, я видел, пропал блок. Прям сейчас. Его здесь не появилось. А, странно.
Не, я прям видел, он прям пропал, типа, ну, по полосе вот этой, которую он сейчас сожрал. Странно. А у тебя же все в сундуке, да, там? Да. Ну, в бочке, точнее, сейчас. Блин, тут проблема вот это спуститься. Так вот, лунная руда Дэша 39 штук. Так это я давно уже докопал. Все. Понял. Ладно, странно тогда, да, реально. У нас теперь 725 сыра. Зачем? Че, будем продавать? Ну да. Будем торговать им, все, понял. Отлично. Так. Ну что могу сказать? Короче, раз ты Дэш не копаешь, ты и не нужен. Да, согласен. Я не думаю, что нам столько сыра понадобится. Это очень навряд ли. Ну раз уж... Ну, мне кажется, все. Что нам еще тут делать? Так, подожди. Стоп. У меня вопрос здесь по поводу этой земли. Она тут сама появилась или ты сделал? Это она появилась здесь. Заменила. Так, ну, по идее, мы можем, наверное, домой возвращаться, потому что... Наверное, тут опять же больше ничего и нет. Скорее всего. Потому что остальное... Ну, грубо говоря, мы добыли пластину из Дэша. Ну, вот еще пластину. Короче, Дэш вот это добыли. И все. Все, больше тут делать нечего. Как минимум по квестам. Ну да, мы нашли, типа, вот эту одну башню. И, скорее всего, больше тут ничего и нет. Поэтому я... ты, по идее, можешь вернуться-то нормально, да? Мне вот придется сделать вот так. Я сейчас немножко тут лечу, колония, может, это есть. Но сейчас вот здесь ничего нету. Ну да, короче, да, я вернулся тогда. Если вот эти башни. Я просто хочу переплавить Дэш. Так, руда. Так, руда. Ой. Вот, рудный Дэш. Так, давайте в печку его. Давайте его плавить. Сейчас у нас как раз должна там часть квеста выполниться. Да, все. Так, все отлично. Стак я переплавил. Теперь что нам надо? Теперь нам уже пластины сделать. Нам для этого нужен молот. Молот, кстати, где-то был, наверное. Или он у меня с собой здесь, нет? Так. Дэш. Ой. Он там через Е, типа Дэш. Да, через Е пишется. Из Ад Астра именно молот надо сделать, понял. Все сделал, он легко крафтился абсолютно. Так, и теперь нам надо сделать 32 штуки. Все? Понял. Понял, в чем прикол. Ну ладно. Все это я сделал. Так, и теперь там остается сделать Iron Plate. Iron Plate. Так, это... Сейчас мы заходим, получается, сюда. Iron Plate. Господи, ой, что он набирает? Так, Iron Plate. Так, а молот же у меня вообще... можно... Сейчас, Хаммер у меня есть еще? Нет. А где он? Чем у меня, кстати, был? Ну ладно. Что-то, как говорится, пошло не так. Так... Iron Plate. То есть нам... железный слиток, да, нам нужен. Железный слиток. Где у нас железо? Вот оно. Так, 32 штуки, да, там надо. Так, я надеюсь, мне хватит молота. Хотя, что, волнуюсь там, в принципе. Хватило как раз прям. На 32 штуки и... Ты слышишь, да, это? Да. Да, тяжело. Это нормально? Нет, ему навряд ли. Все, вроде отлагало. Так, извиняюсь. Заминку. Так, я, кстати, ошибся. Нам же надо больше штук. Вообще, по факту, да. Я тупанул. Очень сильно. Так, ладно. Давайте фастиком сделаем. А то у меня что-то лагает уже. Я боюсь. Надо быстрее эту серию закончить. Пока не поздно. Надо еще 32 штуки сделать, и мы на этом закончим.